Добрый день, уважаемые студенты! Меня зовут Грошева Алина Ринатовна, и я являюсь начальником управления по внеучебной работе. В настоящее время социальное проектирование приобретает особую актуальность и значимость. Поэтому, если у вас есть какая-либо идея, которую вы готовы воплотить в реальность, то добро пожаловать в наш Центр социального проектирования. Навыки проектного мышления позволят вам реализовать массу не только ваших задумок, но и идей, проектов, механизм реализации проектов. Вы сможете применить в вашей учебной деятельности при написании ваших исследовательских работ, магистерских диссертаций, курсовых и других видов, в вашей личной жизни при составлении вашего распорядка дня, потому что эти навыки вам будут как-никак необходимы, и также в дальнейшей профессиональной сфере деятельности, поскольку большинство работодателей на современном рынке труда требуют механизмы написания авторских проектов. В настоящее время развивается тенденция написания проектов по 9 самым значимым направлениям, к которым можно отнести добровольчество, студенческие инициативы, инициативы творческой молодежи, здоровый образ жизни и так далее. Поэтому я уверена, что у каждого из вас есть идея, которая наверняка решит социально значимую проблему не только нашего университета, региона, но и в целом всей нашей необъятной страны. Мое вам пожелание – пробуйте, проектируйте. Это не совсем не сложно, достаточно получить определенные навыки и механизмы. Главное, чтобы рядом с вами была та ваша команда, которая вас поддержит и поможет при написании тех или иных позиций. Я думаю, что это уникальная возможность не только заявить о себе, о своей идее, но и сделать этот мир лучше и интереснее.